вместе поступили, все. И он этот анекдот мне рассказал. Угу. Я его заставлял, наверное, с год, чтобы он мне написал его. Я его выучил. И все будет так вот. Так, а можно я сейчас себе запишу, чтобы тоже выучить? Запишу. Повторим его. Да. Так. В общем, короче, я его еле-еле заставил. Он так не хотел. Вообще хорошие такие вещи. Угу. Почему-то не давал. Угу. Ну, заставил, Толян. Ну, что-то. Хорошее лицо, мне понравилось. Хочу вот, тоже кому-нибудь когда-нибудь ходить. Ну да. Ну, рассказывал, так она меня заложила в голове, выучила. Нет, а по смыслу там можно и свои какие-то термины тоже вставить. Ну, можно. Пожалуйста, вставляй. Это, ну, здесь коротко, ты же анекдот. Да, быстро, да. раз и все. Рассказывайте вообще. Здесь суть уже понятна, что... Лектор приехал, дурака, блядь, дурку нельзя, а этот ушлый, ему тоже дуркова по-своему. По-своему. По деревьям. Да. Весь смысл вот в этом. Ну, значит, кричал, что где-то там на улице. На улице. Я начал читать это, не читать, говорить. Угу. А Толян-то знает, что я мой милю, как захохочет. Сидел вдалеке, для другого партии в стороне. А те слушали. Ну да, я, значит, он раз это преподавал. Что такое? Мантры, замечание. Продолжается. Я думаю, что ж продолжать, я уже половину раз сказал. Начинаю сначала. Он ходит, да? Кивает головой. А тот опять как заржет, понимаете? Говорит, Матерзо, еще раз я тебе выгоню и зачет не поставлю. Угу. Еще раз засмеюсь. Ну, тот сажал рот, сидит. Я до конца его рассказал, это уже на третий раз уже, понимаешь? И потом уже два часа, ну, академии, по 45 минут. Два урока, короче, лекции эти, семинаров. Перерыв. И он что-то написал в журнале. И пошел в перерыв, звонок прозвенел. Подбегаем, стоит четыре. За анекдот это, ты понимаешь? Ну, за анекдот. Да. Толян говорит, как ты рисковал? Я говорю, а ты бы что сказал? Ты знаешь, что бы ты сказал? Да ты находчивый. Я говорю, ну а что мне было делать? Те же тоже слова такие же, как там болтал нам. Диалектический материализм, да. Концепция. Он вносит да, да. Ну, все. Откуда он знал, что это с анекдотом сказано? Вот и все, четыре. А давайте еще повторим, я его запишу. Ну, медленно говори. Нет, просто как его... А, ты туда запишешь? Конечно. Мой голос. Да. А? Ну, ты же запомнил, что надо в деревню приехать? Да, запомнил. Повалять дурака. Приехал лектор в деревню повалять дурака. Ну, ты не говори там. Приехал. Ну, понятно. Лекцию прочитай. Афишу развесил везде. Собрался народ. И начал вам лекцию свою. Оно, поди, по что, конечно. Оно действительно. Вот, действительно, действительно. Это вторая часть. Да. Вышел? А? Пусти, сотри. Так это я сотру при монтаже. А, ну, но можно... Ну, что ж, кто начал? Ну, сначала значит... лектор, потому что... Смысл да. такой, что ну, можно деревня сначала. Тоже не ушла. Да, да. Ну, лектор, если рассмотреть данный вопрос с точки зрения диалектической, то идеологическая концепция анализа и будет являться идейной базой для решения данного вопроса. Но, учитывая тенденции фальсификации гносеологической схоластики, мы
с удовлетворением отмечаем инкогниции эмоций. Инкогниции эмоций. Да. Все, вопросы. Есть вопросы? Инкогниция, это, наверное, сокрытие эмоций, если так по-русски. Не знаю. Ну, так нет. Надо все перевести на русский язык, ну, читателя. Ну, ищи словарь. Хорошо, ладно. Так, дед встает. Дед встает и говорит. Ну, вот это ты хочешь, скажи, снял шапку, там вытер сопли свои. Сопли вытер. Щи с бороды. И начал. Оно поди, по что, конечно. Оно действительно. Оно не как-либо что. И что-либо как. Но если касаемо таких вещей вообще, да уж ладно, а то случись такое, и пожалуйста. Тоже набор. Ну, логический набор, который ведет никуда. Ну и тот туда, тот что сказал, тоже и все. Да, смотрят, никуда не ведет. Бараны все сидят. Откуда не знаю. Там, мне кажется, вот, ну вот я еще раз прослушаю, что лектор сказал. Он сам предмет-то не назвал. Вопрос. Он вопрос. Сам предмет, о чем речь, он не назвал. Ну, на афише написано было, развесил лекцию там пришел читать. А отсылка с уточнением. По какому вопросу? Вот здесь вот, конечно, не было. И Толик мне не сказал, какой вопрос. Ты можешь от себя добавить какое-нибудь дребедень из диамата. Тоже да, такой заумный. Подготовлюсь. Понимаешь? Вот это вот, может быть, обычно мне вопросы это никто не задавал. Почему? Что за вопрос был там? Если рассмотреть данный вопрос, с точки зрения, и все. Да. А по какому вопросу лекции-то не было у Толика? Забыли. Не знаю. Толик забыл, по какому вопросу. Главное, везде проходило. Понимаешь? Везде проходило. И все просили меня, запиши, напиши. Я говорю, пишите. Я вам рассказал, пишите. Ну, никто, по-моему, не записал. Ладно. Это ты первый. Ну, тебе, видишь, аппаратуру. Так это аппаратура у всех. По-моему,